Я голодный. Как? Каждый нос один и тот же кошмар. Печать еще не готова. Экстравагантнее моих рабочих масок. Пойдет в коллекцию. Опять же, вдруг на бал позовут. Пора и честь знать. Окно наверху поможет перелезть через ворота. Крысы повсюду.
что дальше? Это я возьму. Такое чувство, что когда я концентрируюсь, я делаю все быстрее. Что со мной такое? Повсюду.
замерзаю. Совсем темно, не помню. А я читал, что раньше город с кем-то вечно воевал. Читал, да? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз перечитать. Этих улицах я такого дерьма повидал. Мор, пожары, заколок стражи. Ха-ха-ха!
Простая простуда, сэр, я уверен. Это не мрак. Через 2 дня отправьте людей забрать его вещи в пользу барона. Пусть захватят... заметил. Нельзя есть ворона. Почему? К беде. Эта беда весьма ничего себе, если ее пожарить на костре. Совсем я заскучил. Будь готов ко всему. Баса, я бы выбрал банку с огурцами. Она тяжелее. Гаррет! Черт! Ты по-прежнему не дружишь с дверями? Ты прям не заходишь, не пишешь. Я думал, вы с Эрин оба погибли в том налете на особняк. Где тебя носило? Не знаю. Не знает. Ладно, забудь. Не хочу даже знать, каким дерьмом ты страдал целый год. Не до того мне сейчас. Особенно теперь, когда барон ввел налог на опиум из-за этого мрака. Не говоря уже о черном налоге ловца воров. Пьют кровь из дельцов вроде меня. Если у тебя есть дело, так давай, говори. А ты уверен, что справишься?
Ладно, вот в чем суть. Ты должен достать мне кольцо. Женишься, что ли? Одного раза хватит. Ай, драная птица! Клянусь, я когда-нибудь сделаю из тебя шляпу. А думать за тебя кто будет? У меня все пальцы в бинтах. Работа, Бас. Работа. Да. Точно. Его носит некий Корнелиус Грейвс. Надменный такой типчик из тех, к чьим сапогам дерьмо не липнет. А? Вот так. В чем подвох? Он мертв. Бас, я вор, а не мародер. Он умер недавно. Как мне сказали, он никогда не снимал кольцо. Вроде ничего сложного. Сложности. Его нужно найти, прежде чем его заберут труповозы. По слухам, они отвозят тела на старую фабрику близ Шлаковой ямы. Там почему-то полно стражи барона. Лучший способ туда попасть через старую часовню. И, Гаррет, не облажайся. У кое-кого из нас еще куча долгов. Не поймаешь, не обложишь. Ну да, да. Дуй отсюда и выходи через дверь, ладно? Но рад был тебя повидать. Слышали, друзья? Это вороны. Если целая стая каркают по нашей душе. Поют песнь барону Нордхристу. Таферу, который запер нас в стальной клетке во имя прогресса. Железный сапог хочет похоронить нас. Но вороны знают больше. Они знают, что придет буря. И когда грянет гром, мы посмотрим, кто выстоит. Нордхрист призывает потерпеть. Но мы и так долго ждали. Если ты покупаешь, У меня есть товар для темных дел. Береги себя. Моя репутация не стоит как золото. Или во всяком случае. Дым отгоняет мрак. Да? Значит, наши потроха защищены. Мы этим дымом еще в мастерских надышались. Мы тогда такую дрянь отхаркивали. А Тали ее коллекционировал. Не, не совсем так. Какой-то псих ему платил по 2 пенни для научных исследований. Когда Тали скручивала кашлем, он зарабатывал больше нашего. Это последний. Завтра будут новые. Мне уже кажется, что они везунчики. Везунчики? Некоторые морячники откусывают себе языки, чтобы все кончилось. Выдавливают себе глаза, уши царапают. Так себе везение. Старая часовня в Морнингсайде.
Это двор королевы попрошаек. Одинокая ночь сегодня. И это хорошо. Гаррет, немногие бы выбрали твой путь. Других путей я не знаю. Верно. Ты ведь знаешь, что обо мне говорят. Ты узнаешь обо всем, что происходит в городе? Не обо всем, только о самом важном. Что привело тебя сюда? Ищешь моего совета? Год назад я был в поместье Нордкреста. Что-то пошло не так. Что со мной случилось? Что случилось с Эрин? Год назад. Слишком самоуверенные люди попытались взять под контроль то, чего до конца не понимали. Равновесие было нарушено. И это отразилось на всех. Это что, ответ? Когда мои попрошайки тебя нашли, после того случая, они решили, что ты мертвый. Но ты был жив. Мы вылечили тебя и вывезли из города, чтобы защитить. Мы ждали. Но потом, когда начался мрак, что-то начало будить тебя. И мы решили вернуть тебя домой. Этот город болен. Но он все тебе расскажет, если ты будешь слушать. Берегись, Гаррет. В тени скрываются вещи пострашнее тебя. Грузим трупы с самого рассвета. Нам бы закончить поскорее. Слыхали этого ленивого канавника? Радуйся, что толкаешь телегу, а не лежишь на ней. Катался. Найду другой путь. Поздно уже.
после смены схожу, наверное, в доки. Горячий кофе сейчас бы не помешал. И это называется работа? Смотри, чтобы псина не брехала и разбуди меня к концу смены. Как ты спишь в таком месте? Еще и генерал где-то бродит, зубами скрипит. И ногой своей паскудной. Смотри и учись. Это фабрика «Стальной гроб». Что горело? Что случилось? Что этот пес не мать, чем его хозяева. Драные колокольцы. Не нравится мне все это. Ой, жутко устал. Ты там живой? Каждую ночь один и тот же кошмар. Клянусь, я кого-то заметил. Ты не свали!